Парад семей в нашем городе 8 июля был организован впервые, причем по инициативе Общероссийского народного фронта. Организаторы предлагали принять участие всем желающим. По факту пришли те, кого не испугала неустойчивая погода и перспектива провести воскресенье в городе. В Александровский парк, где вас ждет очень много приятного и хорошего. Шествуем, шествуем! Небольшой путь от администрации до парка шествующими преодолен быстро. И вот уже центром торжеств стала площадка перед сценой. Коряжма, она славится своими семейными традициями. Она славится своими людьми, которые, приехав строить этот город, строить Котловский ЦБК, создавали семьи. Эти семьи жили в трудных условиях, в бараках, в четвертушках, в тех домах, которые возводились как временное жилье. Но мы с вами выстояли благодаря тому, что семья – это самое главное в нашем мире. Чтобы новый попутный ветер наполнял паруса корабля, я даю всем влюбленным носителям ошкальные поля. Особый торжественный момент награждений. Общественной российской наградой, медалью за любовь и верность награждены три коряжемские семьи. Участникам и победителям областных конкурсов различного уровня также вручили заслуженные награды за сохранение семейных устоев и достойное воспитание детей. Свидетельством признания стали и бурные аплодисменты каждому. Громче, громче хлопаем в ладоши! По статистике агентства ЗАГС, накануне праздника 7 июля в нашем городе зарегистрировали брак 18 человек. Всех их пригласили на торжественное мероприятие и парад семей, но нашли время и возможность только две пары молодоженов. И вот вчера, накануне этого замечательного праздника, в коряжемском отделе ЗАГС зарегистрировали свой брак 9 пар. Две из них стоят перед вами на сцене. Татьяна и Иннокентий Гурьевы дату для свадьбы выбирали тщательно. Признаются, что их отношения долго проходили проверку на прочность. Наша любовь прошла все испытания. Вот. Мы любим друг друга, несмотря ни на что. Вот. И будем любить дальше, доверять. И, конечно же, дарить друг другу любовь каждый день, каждое мгновение. Будем... Наберемся терпения, будем прощать друг другу всякие какие-то небольшие, так сказать, неприятности. И будем думать о будущем и достраиваться на самое лучшее будущее. Мы также попытались узнать секрет семейной жизни у Василия Ивановича и Галины Борисовны Бояринцевых. Известная в городе чета врачей вскоре отметит 44-ю годовщину свадьбы. Однако во время записи интервью что-то пошло не так. Оказалось, у сцены срочно понадобилась медицинская помощь молодой женщине. Можно там человеку поставить? Только когда больную передали в руки врачей скорой помощи, мы могли продолжить запись. Скрепляет семью, конечно, это любовь. Но самое главное, должно быть терпение, взаимопонимание. Ведь семья – это работа, большая работа, уважение к друг другу. Дети, внуки – все это большая семья. Вот это и есть счастье семейной жизни. Участники арт-группы «Люксор» на празднике признались, они тоже большая семья. На сцену вышли не только маленькие артисты, но и также их мамы, папы, бабушки, деды, братья и сестры. В итоге совместное исполнение песни получилось настолько трогательным, что слезы едва удавалось сдерживать.